Сегодня у нас такой витаминный салат. Помидоры, немножко огурчиков, авокадо, стебли и зелень сельдерея и салатный перец. Салатный перец сладкий, не острый. И мы можем добавить сюда каймака. Это такая вещь, как творог, но он погуще, он как сметана такая густая. Можно добавить сюда каймак, и вы получите другой вкус. Можете добавить ту заправку, которую вы любите. Оливковое масло, лимонный сок очень подходит сюда. Специи различные. Можете сделать его остреньким, вкусненьким. И будьте здоровы и счастливы. Всегда получаете от жизни удовольствие. И от еды тоже. Поэтому, пожалуйста, ешьте свежие, хорошие продукты. Этот сырок называется каймак. Может быть, кого-то заинтересовал. Он очень вкусный, нежный и приятный. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.